знаєш, Оксана, з приводу Євробачення українці вже жартують, що ми виграємо конкурс і цього року, причому без варіантів, тому що інші конкурсанти просто не доїдуть до Києва ось такими жахливими дорогами. Так треба включити їх ремонт в підготовку до Євробачення, ну, як зробили перед Євро-2012. І прекрасно відмити ще кілька мільйонів. Ну, можна, наприклад, включити в кошторис послуги повітряного таксі, таке є в Києві. Це такі невеличкі сріблясті гелікоптери, я можу собі тільки уявити, скільки коштує ця послуга. Ну, в багатих, в заможних свої примхи. Насправді послуга користується попитом. Люди літають на наради або, знаєш, забув важливий документ, можна швиденько послати кур'єра. А є ще спецвагони для ВІПів залізничні, ну, для тих, хто боїться літати. І ось саме такі забаганки для заможних. І зібрав наш Євген Лісной. І зараз розкаже про паралельний світ, який існує тут, в Україні, практично поруч із нами. Лошадиный солярий. Лошадку ставят в солярий, и она им прогревает спину. Спецрейс для заморской еды. Если ты такой прямо гурман, ну едь в Монако. И кто нынче хозяин украинского неба? Я ВИПы делю на несколько частей. Есть олигархи, а есть еще и олигофренды. Любовь к элитным лошадям начинается с ресторана. Куда ж без него? Ценители благородных животных – люди скромные. Вот сейчас менеджер конного клуба предупреждает гостей. Осторожно, идет съемка. У нас там в бутике съемка, чтобы вы там не попали, хорошо? Имена владельцев лошадей – тайны за семью печатями. Неудивительно, потому что самое главное условие конного клуба – это конфиденциальность. Пока любитель лошадей Александр Аниченко был на коне, он также часто сюда заглядывал. А его лошади здесь были? А кого? Аниченко. Ну, у Аниченко, я думаю, есть куда поставить лошадей. Кто знает, с кем он вел неторопливые беседы под звуки вот этого механического рояля ценою под миллион гривен. В этой вип-конюшне 70 породистых скакунов. Большинство принадлежат частным лицам. Тут они только на постое. Это люди выше среднего класса, скажем так. Много политиков? Ну, редко. Редко кто. Политики. Есть? Ну, может, не да, несколько есть, но редко. Большинство это просто как бы бизнесмены. Издатель гламурного журнала Александр Тучинский уверяет, любовь к элитному спорту давно в моде среди людей, мягко говоря, не бедных. Это способ коммуникации, опять же, этих богатых с богатой. Как правило, эти конюшни находятся за городом, ну, и там можно вопросы. Решать вопросы. Лошадей дешевле 25 тысяч евро в этой конюшне нет, поэтому и корма только элитные, из-за рубежа. Ну и, конечно, ноу-хау – солярий для лошадей. Лошадка поработала, сейчас холодное время года, правильно? И у нее под седлом, здесь ложится на спину седло, ветрап, и она потеет. И когда выходишь, лошадку ставят в солярий, и она им прогревает спину. Тетя Валя из села Плесецкое, что под Киевом своего цыгана, не балует. Корм – то, что в огороде выросло. Ну а про лошадиный загар и не слыхала. В солярий не водите? Куда? В солярий. Коняку? Да. Я и сама туда не хожу. Цыган, конечно, конь не племенной, но в хозяйстве без него никуда. На нем и пашут, и урожай в дом везут. Не халтур, пополучишь. Когда цена продукта исчисляется в долларах, не похалтуришь. Этот самолет привез уникальный груз прямо из-за океана. Под покровом ночи товары везут на один из элитных складов в Киеве. Каждая коробка на вес золота. Рабочие аккуратно их распаковывают, и вот он, уникальный груз. Это гигантские лобстеры еще утром плавали в океанских водах. Но они очень чувствительны к характеристикам воды. И прежде чем получать, мы очень четко отслеживаем и готовим воду для того, чтобы потери уменьшить. Чтобы на столе украинских ВИПов были только самые свежие лобстеры, на клешне у каждого климат-контроллер. Лобстер, когда едет, его сопровождает лобер. Это такой температурный временной датчик, который контролирует в процессе перевозки, транспортировки, движения лобстера, температурный режим. Средняя ресторанная цена от 100 долларов за 100 граммов. Если ты такой прямо гурман, ну едь в Монако на ужин на этот. Но я знаю людей, которым конкретно самолет возит продукты раз в неделю. В меню у тети Вали продукты куда проще. В холодильнике домашний сыр и брынза, а все остальное – излишество. Я такой лобстер, знаете? Не знаю. Я такого не люблю. Я знаю, что это великий ракин. Вы ели, не? Не, не ела. На зарплату медсестры и скромную пенсию не до деликатесов. Это не для простого пересечного гражданина.
Потому что на нашу зарплату мы лобстеров не купим. Для тех, кто не заглядывает в платежки, затраты $800 за час вполне себе приемлемы за услугу аэротакси. Мы продаем не вертолеты, мы продаем время. А если есть люди, которые готовы платить за свое время, «Автодор» наш спонсор, потому что продажи будут расти вертолетов, учитывая состояние наших дорог. Сергей Никифоров на рынке малой авиации уже давно. Уверяет, что сейчас можно купить вертолетик недорого, всего за $1 000 000. Я ВИПы делю на несколько частей. Вот, да. Я не считаю... Богатых делишь еще на... Да. Олигархи, а ну, есть да, еще и... Олигофренды. Сергей поднимает нас в небо над Киевом и продолжает делиться историями из жизни богатых. То, что обычные люди считают причудами, для нас это обычная история. Ну, так даже, ну, сложно. Ну, летают на охоту. Бывали истории, да, когда за паспортом. Человек должен был куда-то улетать, а оказывается, паспорт в Крыму был, да, то есть на даче где-то остался. Ну и, соответственно, он отправляет самолет, чтобы просто привезти ему паспорт. Сейчас в Украине около 20 владельцев вот таких вот маленьких вертолетов. И, как правило, такому имущество владельцы предпочитают умалчивать. Это стало чуть-чуть токсичным, скажем так. Это как? Ну, даже если у тебя есть деньги, то ими не сильно кичатся. Во-первых, у кого-то деньги кончились, потому что они тупо сидели на бюджете. Просто они не хотели это светить. Пришло время дойки. За последние 3 года у тети Вали все как в замкнутом круге. Работа, дом, хозяйство и снова работа. Последние 3 года никуда не ездила. Она старается не думать о том, как они там живут, те, у кого деньги есть. Кто съездит на коняте, кто съездит на машине, кто слетает на вертолете. Каждому свое. Среди услуг для людей богатых теперь и аренда VIP-вагонов, таких же, на которых Пугачёва и Ротару ездят. Вагоны — это как такой ночной клуб на колесах. Я же говорю, где их никто не видит. Они там закрываются, опять же решают вопросы, отдыхают, плюс какая-то интрига новая. Только вот оказаться внутри них, похоже, не так просто. 5 филиалов украинских железных дорог так и не смогли найти возможность показать нам, какие они VIP-вагоны. Где-то они на санитарной обработке, а где-то все время в пути. Так что увидеть бесплатно VIP-вагоны можно только на картинке в интернете. Вот они, те самые вагоны, на сайте железной дороги Украины. Цена после нелегких подсчетов минимум $1000 выйдет. И то в один конец. Це причуди багатих. Тут люди другий раз не мають хліба. Циган привычной дорогой тянет телегу. За его 14 лет жизни ничего не изменилось. Разве что теперь возле домов свалены дрова. И это не причуды. Евгений Лесной, «Факты тижня».